Бьорн, да, говорит, тихо. Просто мне неохота здесь полчаса сидеть и выяснять, да, господи, как играть персонажа. Тут есть кому за меня подопрести, что ты перебиваешь-то? Причем здесь это, я, а сейчас, я бы уже запускал давно. Давай, запускай тогда. Ой, как я так, черный лимон, тихо, молчим, потом, блин, ну сколько уже можно, ей-богу, в ПМ переписывайтесь. Так, now I am here ставит тотемы. Смотри, на броню первый ставь нам. ДК у нас есть. Последний от сил природы. Ставь, который на хосту, ставь от сил природы. И на лед ставь один из тотемов вместо СПД. Потом черный лимон по стандарту пускай ставит Настя. Так, у нас только один куга. Я думаю, мы ЕП получим от Войда, если пройдем. Так, Хризи у нас МТ, злюка напуливай на деку. Вар, кричи на ХП, пожалуйста, хорошо, Слава. Так, чек на присутствие, СС пока никому не надо давать, Фламбо, приоритет залива маны у тебя по черному лимону. Хризи, приоритет истерии по Фламбу. Нет, приоритет истерии будет по злюке. Хризи, ханту давай. Предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды... Не, нихуя. ...который направится в цитадель ледяной короны. На червях Хризи заберет, который идет жуткая чешуя и кислотную пробу. Он правая, левая. И чудовища, не чета героям Альянса. Кстати, на 50 из 50 делаем. Главное не умирать в лужах. Сейчас выходим. Рейндж наберите РДД. Чуть-чуть подальше от босса. Станьте хилы РДД, чтоб каст вам не сбивало. И с луж выходим. Сейчас будут огненные лужи. Сейчас я вам ауру дам. Геру на червях дадим, ребят. Пока не надо. Так, агро не рвем, следим за агром. Забери Хризи, если тебя спало, мне нечего прожать. Хризи, даю боб, снимай сразу, снимай боб. Снимай себя, бог. С тебя стаки спали. Что там, лог дамажишь вот чуть-чуть? Нет. Потом. Сейчас пока. На дне вообще. Сейчас мы Геру дадим Хризи, ты правого, я левого. Бьем правого все, ребят. Все всекаем правого. Все, все, смотрите, у которого тач ДК всекаем. Давайте, Геру, молодцы. Хризи, пробежишь, когда червь зароется по тем, на ком будет токсин. Так, на Вольтсторм токсин, очень плохо. Угу, уже нету токсина. Так, я прожимаюсь, молодцы. Хорошо, сливаем эту кислотную пробу. Луж пока нету, бейте. Пизда, пизда, да. Весело. Это все потому, что по тактике, по официальному... А мы тогда... Не бейте ее. Ничего страшного, не бейте его. Не бейте, просто стойте. Пускай бьет меня, хильте. Не бейте, вообще не бейте. Убейте с таргетов, с вас так спадет эта некому, штука. Вот. Так хилить некому. Не бить. Кто будет хилить? А ничего. Фламбо, выходи с формы, хиль. Хризи, будем меняться. У меня 2 минуты воздержанность. Там, забирай. Там не защита. Все, мы умираем. Все шаманы, все хилы, там 6 человек просто в токсине. Ладно. Давайте падать. Сейчас обновим. Там есть в чем прикол. Я просто так кратко попытаюсь рассказать. Вот, короче, у червяков, у каждого из червяков есть 2 фазы. Подземная и наземная. Вот когда наземная, у него хвост сверху, а когда подземный, хвост внизу. Когда у него подземная фаза, то есть у левого червяка всегда спула подземная, он кастует
вот эту хуйню, свой паралитический токсин, на весь рейд. Если вы стоите в одной куче, то вы, сука, все его словите, нахуй. Для этого здесь рейндж придумали. Второе, если червяки зарываются, если оба живы, если даже один сдох, то они меняют фазу с одной на другую. То есть, когда два червяка живы и они закопались, то в правый вылезет в подземной фазе, а левый вылезет в наземной фазе. Тот, который в наземной фазе, кидает... немножко, я считаю, это немножко слишком заковыристо, потому что сейчас... Давайте убивать левую, мы всегда так делали, нормально. Сейчас левую убьем. Сейчас, да, секунду. Смысл? Нет, будь, я тебе серьезно говорю. Слава, вставай. Фаза, не фаза. Слава, вставай. Ты понимаешь, что если они в рендже вот так же 4 человека будут стоять, прилетит желчь от правого червяка, которого вы захотели. Ну это захилить хотя бы можно, а тут вот встанут все. Я видел, как эта хуйня прилетает в рейд и умирают люди за 2 секунды. Сейчас все будет, сейчас все будет. Вы просто не парьте мозг и убейте их одновременно, это легко. Давайте заходим. Так, 50 попыток, все хорошо, ничего страшного. Будем первую левую убивать, Геру дадим, которую я буду танчить на пул, дадите на меня. Не знаю, что придумывать, их лучше всего убивать одновременно. Бьют первую, потому что танки мощные. Фигуры. Этому одну убивает, вторую так. Нет, да там в любом случае, вот видишь, какие бы мы мощные не были, мы сдохли нахуй, как нубы ебать. Ничего, мы убьем левую и токсина не будет, да и все. Но токсина не будет, зато желчь может плюнуть. Да, пока оно плюнет, оно умрет. Пока оно плюнет, а если в бренже еще стоять не будет, то сдохнет. Такое я тоже видел. Ой, снимите шаманы, снимите каски, сейчас я вам монорик дам. А, давайте барабан, да, дали. Еще раз барабан, по шаманам нет. Ну, кто там барабан давал? Может, огонь поставить потом? Все есть. Тут да, огонь и силы природы ставятся. Ой, это где портал? Можно огонь поставить вместо тотема исцеляющего потока. Так, кулак ханту, кулак фламбу. Теренас, пристабав нажми. Кулак. Теренас, дай, пожалуйста, пристабав по рейду. Ты здесь, ты в РК. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв. Давайте так же делаем, только убиваем теперь другого червя и все первое. Он все захиливается, просто все в токсине стали. Вообще он, по идее, не должен был токсин кинуть после того, как он остался один на всех. На меня токсин кинул, а потом на вас. Дело в том, что он кидает на случайного игрока или на двух в десятке. Но если вы стоите рядом, то у вас хоть на всех 10, блядь, попадет. Просто он на меня кинул. Рядом со мной никого не было в тот момент. Вот что. Значит, на двух он кидает или на трех. Но на всех он не кидает. Те, кто рядом но стояли, то есть дело. На них попал такси. Давай, кризис, прожимайся. Я потом тебе дам бог, когда буду забирать. Так, он у тебя больше нет. Ну ладно, забирай. Кризи, ты заберешь точно такого же червя, как в прошлый раз. Служ выходит, все уже тебя. Давайте, добивайте этих снобольдов. Снобольдов добейте, кто там РТД, МДД, кто там. Сейчас мою бьем, только Ханс мне сейчас на пул даст. И Геру дадим. Так, и Геру.
слава, ну пипец, даже игра не дал набрать. Чтоб ты рейтингом пошел. Токсин на кризисе. Вау. Теренася. Слав, пробежишь, я у тебя ее буду забирать, наверное. Ой, Слав, кризис. А ты пробежишь по токсину. Даю тебе каплю. Пейн, только держите, это самое главное. Все, молодец. А тут лужи будут появляться. Это заряжено бегите. Сакру вам дам, если что. Ну вот и все. Ладно. Давайте на пул на Хризи дадим по КД. У меня длань спасения КД, слава. Не смогу тебе дать. Так, сейчас смотрим внимательно. В кого он будет бежать, нам надо разбежаться. Обязательно. Так, на Now I'm here. На шамана. Смотрим. Убегаем, убегаем. Давайте. Покажите скилл. О, молодцы. Давайте бьем. Из Геры всех будем бить, кроме Анубарака. Выведи его как-то, чтобы он весь рейд не смотрел. Даю сакру. Мы на групп-луте, тому что нужно, пожалуйста, нити. Мне без разницы. О, молодцы. Ну, сейчас вот Доту добил. Ой, молодцы. Так, сейчас Джараксус будет. Думаю, все все знают. На ком будет дебаф, я скажу, побежал. Это вы выносите лужу. Точно так же, как на Ванателе. На вас будет зеленая метка. Красную метку за оверхилем, пока красная метка не спадет. Все просто. Свата, я думаю, в курсе, что делать. Чарокрадом. Шаманы, можете не диспелить с босса. И присты там свата чарокрадом сам себе заберет. И быстрее убьем босса. Дымак будет хороший. Так что не надо рассеивать стак из босса. На одного мага хватит. Тотем природы же нужен только на ласта, по идее, нет? Да, на ласта. Не, на первых тоже надо было. Там черви. А, сейчас не надо. Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом не попамся! Ну, все так же, как вы ВК-25. Сносим портал. Порталы можно сносить в Гере. Трэш я подвожу под босса, вулкан будем сносить. Тебя погубит твоя самоуверенность. Тут я главный. Ничего страшного. Быстрее, герои, расправьтесь. Рейнджу держим немножко РДД. Все, лови. Сейчас Славе дам сальву. Проклятие стихии, Вов, почему не вешаешь? Вешай проклятие стихии на него. Сейчас портал сыграю. Найду тоже где. Черная рука такая нарисована. Пламя легиона. Now I'm here. Беги. Вот это? Сейчас. Да, молодец. Это наш. Ой, там обманул меня. Так, хилим терраса, давайте, оверхилим террас, молодцы. Ну, на всех боссах кидай, пожалуйста, по цели, которую ты бьешь. Ну, которую рейд бьет.
влияние на меня. Блин, я замедленный. Отойдите, пожалуйста. Угу. Фламбу же, хил давайте, хилы быстрее, быстрее захильте фламбу. Молодцы. Скоро инфернал, будем вулкан играть только в вулкан. А хотя не надо, в босса выиграйте. Босса просто я сейчас сакру даю. Давайте, добивайте. Я сакру дал, добивайте, вас захилят. Ну, они все, молодцы. Смотрите, всякие наручи. Захильте фламбу. Ай, бля, сейчас бы умерли. Так, отходим сейчас чемпиона. Сейчас я назначу, кого мы бьем. Контроль, Яся, не заб... вынеси эфир на панель, будешь нам фирить. Кого фирить? Ну вон, наручи у этого, черный лимон Настя. Не его попроси, если надо. Тотемы убирайте с центра, чтобы не сагрились раньше времени. Доставайте ваш контроль, Свата на БГ ходит, он в курсе. Ася, ты тоже будешь фирить, я тебе скажу, кого ты будешь фирить, какую цель, тупо по КД, когда спадает фир, сразу обновляешь. Хорошо. Фламба корни может кому-то подать, либо вихрь. Что кому надо, пишите вам, черный лимон, что-то выиграло. Так, Вара отведу я. Хризи, кого ж ты мне отведешь? Там Энх. Энх. Хризи, Энх отводишь. Звездочку я заберу. Кружочек. Так. Ну что, сначала, ребят, сначала вливаемся в череп. Потом уже в ханта будем играть. Сначала череп убиваем, потом треугольник, потом крестик. Ну и всех остальных потом. Череп, треугольник. Ладно, давайте, чтобы вам понятнее было, крестик. Поставлю на ханта, его вторым убиваем. Треугольник убиваем третьим. Контроль, смотри, Вок, Яся, у тебя есть изгнание. Такой скилл, вытащи, пожалуйста, изгнание. Подождите. Можешь линкануть? У меня английский клиент, я в лоб не пахарю. Зеленая рука нарисована, зеленая рука и столб, столб какой-то нарисованный такой, поток какой-то энергии. Да, да, я нашел. Вот на друида, вон, видишь дерево? Вот тупо вижу, вижу. Только оно дотикивает, последняя секунда обновляешь. Вот это твоя задача. А терять кого? Ну, по возможности, если сможешь еще и кого-то пофирять, то пофиряю и треугольник. Понял, хорошо. Так. Настя, нет, мне не нужно концов. Лямба, да, да, это я. Хризи, звездочка есть, твоя. Давайте, погнали. Беги, малышка, беги! Бог, отойди от этого, от Шакула, он тут вихрь, то есть все нормально. Долби кого-то, изгнание дай. О, молодец, молодец. С него кто-то диспейлит. Приз дай массовое рассеяние, молодец. На нем луну висит, отбанишь. Я, короче, сверну его. А то на нем луну. Да, давайте звездочку теперь убиваем. Ой, не звездочку, простите, крестик, крестик бьем. Можно звездочку убивать. Да вон крестик, я тоже смотрю, вливаются люди. Сначала крест, потом у нас треугольник будет, а не звезды. Не слушали нихуя, вместо ушей будет хуйня какая-то. Ну, кто там? Давайте крестик, потом, потом треугольник. Смотрите, там есть такая мрачная... Мрачная лук. Все, изгнание по эрдру даем, потом эрдру будем убивать после треугольника. Давайте эрдру убиваем, Мельтор, я ему череп дам, чтобы никто не, не перепутал. Кому там а потом... Изгнание уберите, не кастуй мне изгнание, просто подъем. Можешь попилить, если хочешь. Я уже вару половину хп снес почти. Ну, 45%. Так, все, давайте вара включаемся.
все молодцы. Можно я перебью на секунду вас? Мы там флямба, короче, и Настя пишет ПМ за кольцо. Идите, пожалуйста, Ромка, мы из вас не нужны, я дам, но не нужны. Иди давай, блядь. Ну просто и ты пишешь, и Настя пишет, понимаешь? Кому-то из вас не нужно, да, давай. Надеюсь, вы помните, что на валькирах надо цвет менять, все дела. Так, берем черную сферу все, я беру белую. Хилы хорошо, хилим танков, Геру не даем. Так, зергаем без Геры. Кому надо шлем, обращайтесь к Террасу, отдам. Так, вливаемся все в белую. На пул даем на Хризи. А, не жагро вообще. Да, проблема с агро, да. Ладно. Какой-то шаман, Наваймхир, станешь ближе к центру, хорошо, чтобы удобнее было доставать и меня хилить и рейд. Все, чекаю, и мы идем. Ребят, не падаем. У нас 50 из 50 должно остаться. Все, хорошо, давай, Хризи, начинай. Там типа тут. Там чё? Блять, да что с агро на них такое? Это просто пиздец. ВВК 25 так не летает. Дайте БР фламба. Да, поднял уже. Хорошо. Это уже не слетает. Вообще бред. ВВК 25 так часто не срывается, как здесь чего-то. Так, смотрим, скоро спецспособность. Договор, бьем белую, просто пустим белую, Макса бьет каст. Или ДК, или Фризи. Сбивайте каст, молодцы. Долбим дальше. Забакать потом сразу. Кого? Это Локу умер, да? Че ты бегаешь, блядь? Не, не Лок. Это другой, сватом. Да. Хан. А, Хан умер. Прости, Хан. Косяку отдам, Хан. Меняем, меняем, ребят, меняем. Черный, быстрее. А, стоп, не меняем, бля. Стойте, долбите белый. Не-не-не, нормально, блять, надо было. Все нормально. Все нормально, бейте. Прожимаюсь, прожимаюсь. Не меняйте, стойте под белой, бейте, чтоб я затупил. Вообще-то менять надо. Да, да. Все, все, все. Бля, мне нравится. Все. Сейчас оно барак будет. Бахните лапку эту, пожалуйста, и приступат. Рыбафните ханта, барабаны, пожалуйста, пристабаф, фламбу, лапку, бафы. Ты что думаешь, нам не хватит ДПС сразу забурстить? А ну, не, сразу не будем бурстить. Ну, я думаю, мы его и просто и так перейдем без Геры даже. Мне кажется, нас хватит ДПС. Шаманы хилим всех, но рейд держим так, на 35% в танках, волнами играем по полной. А рейд так, цепухой. Один цепуху дал, вторая цепуху дал, и все хорошо. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордского. Аурельда нужна? Нет, не нужна. Но ты все равно ставь тотем на лед, потому что на СПД нет смысла ставить так, как я тотем поднял. Поставишь, слышишь, now I'm here, поставишь последний тотем на этот самый. От природы? От льда поставишь. Ну а Настя по стандарту, пускай на скорость ставит последний тотем. Давай лучше магму поставлю вместо льда. Типа какой-никакой дамаг. Да, смысл. Каждый раз знаю. Подбегать под босса не надо. Ладно. Слава, потом после рейда расскажешь, да, по локу? Да, после рейда это все. Ты не забывай своего питомца, Лок.
вызови питомца и направлять на босса, чтобы нам баф у всех был. И проклятие стихии вешать. Сейчас, Хант, позбиваешь, пожалуйста, несколько сфер, на всякий случай, если мы не успеем перевести переходку, тоже поживем. Геру просто реально лучше под Герой убьем наверняка последнюю фазу, чем сейчас ее просто так сольем. Можно я перебью секунду? А мне мультидотать надо пауков, которые выходить будут или нет? Ну, наверное. Я просто не шарю в логах вообще. Ну, честно, ты не парься. Вот лично что ты не парься, бьем, ты чисто в босса бей. С этого кризиса начинай. Проклятие стихии вешай, поэтому направляй это приоритет. Войду я уже кинул. У вас ИК? ИВК. Слава, какой ты жесткий. Босса вливайтесь. Вот трэш не надо бить. Вливайте в босса. Я скажу, если надо будет переключиться. Нас до зарывания 37 секунд, может переведем, если нет, то ничего страшного, забегаем в лед, чтобы заморозить оно барака и бьем трэш. Скоро 5 трэш. Помощники бегут, смотрим. Не подводи уже. Геру может. Ну давайте Геру, шаман. Давайте, всекаем в него. Хилим крейт на 35% танков волнами, хорошо подхиливаем терраса и кризи. Дать я сакру дам, шаманы не сильно сейчас хильте, я сакру и прожался, сильно не хилим сейчас вообще, только танков. Давайте больше дамаги, меньше хила, пожалуйста, шаманы, чуть-чуть меньше в танков, только меньше хила, ребят. Давайте меньше хила, ребят, давайте его спирим. Ой, молодцы. Что-то как-то мало, лот бьет. Лут говно. Так мы еще ящик лутанем. Всякие трофеи, сферы рыцаря. О, волк, ребята, волка. Нет. Так он всегда падает. Ну да. Плащ, блин, уступите плащ, ребят, на ДД. Вам же никому не надо, уступите на ретрика плащ, пожалуйста. Последняя шмотка на ретрика. А чё за плащ там? Уступите, а? Кто плащ выиграл? Ребят. Да, ничего за плащ. Кризи, дашь плащ? Тебе не жалко плащ? Кто там волка выиграл? Грац, молодцы. Ещё никто, кажется.